Чувашии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Проверяют свои знания 2000 учеников 9-11 классов, призеров муниципального этапа. Самые популярные предметы – ОБЖ, русский язык, обществознание, биология. В этом году впервые пройдет олимпиада по испанскому языку. Всего в списке 23 предмета. Завершится региональный этап 25 февраля. Лучшие школьники поедут на Всероссийскую олимпиаду. Победители смогут поступить в вузы нашей страны, не сдавая вступительные экзамены. Также каждый участник интеллектуальных состязаний может попасть на международную олимпиаду.